так скажем, на одну ошибку. Ну, а вот эти три пары, Шабутани, наши или иных Кацалапов и итальянцы, Капеллини, Ланотте, вот это вот конкуренция. Это конкуренция и за места на Олимпийских играх, это конкуренция на будущие 4 года. Это такая конкуренция соперников, которые постоянно друг с другом борются. А Шабутани, они вообще давние друзья, враги наших Лены и Никиты. То наших обыгрывали, а потом, перейдя во взрослые семейского уровня, Шабутани постоянно выше оказывались. Твизлы. Первые твизлы побыстрее, вторые помедленнее. Третий на левой ноге. Пять быстро, хорошо. Итак, у нас с вами короткий танец в нынешнем сезоне с частью обязательного танца финстепа. Итак, две секции финстепа. И вот как раз зашли в финстеп Майя и Алис Шабутани. Максимальная базовая стоимость одной секции финстепа 7 баллов. Для этого нужно, чтобы три кипоинта были сделаны, засчитаны, чтобы стояло yes, yes, yes. Если кипоинты, ключевые моменты, установка. Если кипоинт не засчитан, то ставит ноу, судья. Ну, в общем-то, финстеп для них, конечно. Финстеп, конечно, для них, для Майи и Алекса. Это быстрый или такой легкий пружинищий танец. Для этого как раз хорошо быть такого роста телосложения, как Майя с Алексом. Ну, обычное сочетание ритмов в этом сезоне – это квикстеп и медленный фокстрот. Из тех обязательных элементов, которые они должны сделать, твизлы они в начале программы представили. Короткая поддержка, 6-секундная. И вот параллельная дорожка шагов по прямой, которую они сейчас демонстрируют. Что либо фантазия Марины Зуевой неиссякаемая, либо кто-то в ее группе есть специальный креативчик, отвечающий за поддержки, придумывающий новые поддержки, потому что очень легко, конечно, все время разнообразные ее ученики, а у нее их много в ее группе. Несмотря на разрыв со Шпильбергом, половина ушла к Шпильбергу, половина осталась у нее, но у нее осталась самая сильная половина, будем так говорить. Ну, кроме этих трех мощных пар, двух американских, одной канадской, есть и другие ученики, и всем придумываются интересные оригинальные поддержки. И вот сейчас тоже они сделали очень хорошую поддержку. Две позиции было у партнерши за 6 секунд, и придумывается, как эта одна позиция перейдет в другую. И, вы знаете, пары Зуевой, они действительно в поддержках всегда органичны, и нет такой натужности, знаете, как иногда смотришь у других дуэтов. Олег Эпштейн, он и раньше помогал Зуевой, когда тренерский дуэт Зуева-Шпильман работал вместе. Ну вот теперь Марина Зуева, Олег Эпштейн и мистер Джонс, тренер. Ну, Джонса мы видели, он постоянно сидит рядом с Тессой Вёрч и Скоттом Мойером. И Скотт такое ощущение, что даже демонстративно исключительно с ним общался. Вот то, что мы видели на Skate Canada. Нам показывают в 3D компьютерном эффекте твизлы Шабутани. Неплохо, в общем-то. Ну так, было у оборот один у Алекса через зубец.
Шабутани, Шабутани уже катались у нас на серии Гран-при. В серии Гран-при этого сезона, как раз на Скейт Америка. И были там третьими. Здесь бьются за такой же результат. Бьются, ну, сами понимаете, 6 у нас финалистов Гран-при каждый год. И, понятное дело, Дэвис Уайт, Джордж Мойер, французы, возможно, Пешала Бурза, да. 63,09. 63,09, да? Неплохо.